Что стоит гладиатор без арены, на которой он сражается? Поэтому иди туда и круши черепа. Учти, еще одна битва, и ты получишь очередное повышение. Следующий противник — бретонец. На вид щеголь, но мечом владеет просто бесподобно. Он опытнее тебя, так что не расслабляйся. Победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это! Победив этого бретонца, ты получаешь повышение. Давно уже я не говорил таких слов. Поздравляю, герой! У тебя впереди сражение с лучшим бойцом желтой команды. Азура, свидетель, ты лучшее, что может выставить синяя команда. Это первый герой желтой команды, с которым ты встретишься. Имперец в тяжелых доспехах сражается акавирским длинным мечом. Штука в том, что этот парень был клинком. Знаешь, такие люди, которые охраняют императора. Он опытный мечник, так что не лезь на рожон. Бойцы, начинайте! Какая усталость! Добрые люди! У нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Победитель может покинуть арену и отдохнуть. Боец синей команды заслужил это! Победить героя арены — это одно, но победить бывшего члена клинков? Похоже, тебя поддерживает кто-то из богов, не иначе, друг мой. Ты герой, друг мой. Эта толпа здесь только по одной причине. Они хотят видеть, как ты уничтожаешь желтую команду. Иди и дай им то, чего они хотят. Хорошо, герой. Следующий противник — высокий эльф, маг, мастер школы разрушения. Но подожди, это еще не все. У него есть зачарованный щит, известный как Серая Эгида, который дает ему весьма серьезную защиту от магии. Лучше всего тебе сразу пойти в атаку. Нажимай на него. Не давай ему возможности воспользоваться заклинаниями. Я не хочу потом сметать твой пепел с арены. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Не жалейте аплодисмент, ибо перед вами два мужественных героя. Они пришли сюда, чтобы сотрясти само основание этой арены. Опустить ворота! Добрые люди, у нас есть победитель! Слава бойцу синей команды! Я буду честным с тобой, герой. Я помню одержанные тобой победы. Я знал, что у этого эльфа нет ни единого шанса против тебя. Вот твое золото. И вот конец долгой дороги, герой. Это последний раз, когда ты выходишь против желтой команды. Бой за титул чемпиона. Выходи на арену. И сделай так, чтобы люди Сиродила никогда не забыли, кто поставил желтую команду на колени. Быть посему,
Это твой последний бой против желтой команды. Напоследок они приберегли лучшее. Трех лучших, точнее. Ты выйдешь на бой против мечника, лучника и мага. Два бойца пониже уровнем и чемпион желтой команды. Вы могли встречаться тут внизу. Если ты победишь всех троих, тебя назовут чемпионом. Я знаю, ты справишься. Теперь выходи туда и покажи всем, кто здесь лучше всех. Чуть не забыл. Я посылаю тебе на помощь отбивную, нашего кабанчика. Он, по крайней мере, отвлечет одного из них. Все, удачи. Граждане имперского города, добро пожаловать на арену! Я представляю вам героя синей команды. Сможет ли этот отважный воин победить трех противников и стать следующим чемпионом? Скоро мы это узнаем! Клянусь, Шенджи, у нас новый чемпион! Слава синей команде! У тебя вышло! Победа! Положены все до последнего! Знаешь, сколько времени понадобится желтой команде, чтобы оправиться от такого удара? Друг мой, это большая честь для меня произвести тебя в звание чемпиона. Какое упорство! Тебя все знают! Лучше тебя нет! Да, почти нет. Твоя карьера завершена. Ты больше не будешь сражаться в обычных боях арены. Но еще есть великий чемпион. Дитя, у тебя есть мужество и опыт. Я думаю, ты можешь победить Серого Принца. Иди и поговори с Изабель, если думаешь, что я прав. Приветствую. Давай уже, говори. Опять ты? Послушай, я же сказала тебе, если ты хочешь вызвать Серого Принца, это твое право. Но не говори, что я не предупреждала тебя. Ну и чего ты ждешь? Иди. Дневник моего отца. В нем говорится, что я наполовину вампир. Я думал, что мой отец благородный человек, а не какой-то монстр-кровопийца. Вся моя жизнь была сплошной ложью. Я не серый принц. Я мерзкое, презренное порождение зла. Пожалуйста, оставь меня. Я не могу. Я... О, да! Ты ведь чемпион. Ты хочешь получить мой титул великого чемпиона? Пожалуйста, вызови меня. На арене я смогу положить конец моим страданиям. Да, да, я принимаю твой вызов. Иди, иди поговори с Изабель. Скажи ей о твоем решении. И тогда мы встретимся на арене. Да, так и будет. Thank you.
Неужели тебе хватило ума вызвать Серого Принца? Ты хоть понимаешь, чем это тебе грозит? Агронак Громалок — лучший боец на этой арене. Его невозможно победить. По крайней мере, тебе. Но если ты хочешь сражаться с ним, это твое право. Что ж, ты знаешь правила? Дай мне знать, когда соберешься выйти на арену. Агронак также отправится туда и будет ждать твоего появления. Я только хочу удостовериться, что ты понимаешь правила для этого боя. В случае сражения с великим чемпионом, правила немного другие. Хорошо, слушай. В боях за звание великого чемпиона нет дисквалификации. Это означает, что ты можешь носить любые доспехи, которые тебе нравятся. Агронак наденет свои доспехи мужества, а они наверняка хорошо зачарованы, так что ты можешь сделать то же самое с любыми своими доспехами. Ты наверняка уже знаешь, в обычной битве на арене не разрешается обирать труп павшего противника. Но это не обычная битва. Если тебе удастся победить Серого Принца, сними с него доспехи и передай мне. Тогда ты получишь твои собственные доспехи мужества. Овен любит называть себя боссом, но без меня здесь бы все развалилось. Кто заказывает лечебные мази? Кто вытирает кровь? Я? Кто же еще? В исторических книгах описывается его жизнь. Жизнь воина Ордена Диагны. Но он был и первым мастером меча. Без Шинджи не было бы и арены. Все просто. Смотрительница, помимо прочего, является тренером и менеджером великого чемпиона. К тому же, я присматриваю за Овеном. Его перевели в Анвил, мне кажется. Теперь, когда его здесь больше нет, вся эта суматоха вокруг Серого Лиса постепенно сойдет на нет. Я все равно не верю в существование Серого Лиса. Думаю, власти просто выдумали его, чтобы содрать с нас побольше налогов. Значит, ты готов сразиться с Серым Принцем? Но ты не можешь выйти на бой без имени. Понимаешь, без сценического имени. Что-нибудь запоминающееся, чтобы жители Сиродила могли вспомнить его, когда будут рассказывать истории о твоем бесславном поражении. Так что? Месть богов? Мне это нравится. Да, это имя вполне подойдет. Теперь пришла пора понять, какой из тебя боец. Безумно хороший или просто безумный? Серый принц уже направляется на арену. Иди туда и сразись с ним, как чемпион с чемпионом. Да сжалятся боги над твоей душой. Ну и чего ты ждешь? Иди. Народ Сиродила, добро пожаловать на арену имперского города. Верьте или нет, нашелся смельчак, бросивший вызов непобедимому великому чемпиону арены. Спросите вы, хватило смелости бросить вызов такому бесстрашному врагу? Кто может вырвать этот титул из рук нашего славного Серого Принца, воина, наделенного силой, опытом и решительностью? Встречайте! Перед вами месть богов! Дамы и господа,
Граждане империи, вас ждет битва века. Бойцы, приготовьтесь. Опустить ворота. Чего ты ждешь? Убей меня. Пожалуйста, просто убей меня. Разве ты не видишь? Это все, чего я хочу. Я не хочу жить, зная, что я отвратителен, что во мне сидит зло. Убей меня! Дамы и господа, вы только что стали свидетелями невозможного. Агранак Громолот был повержен. Я повторяю еще раз. Приветствуйте новые... Славный великий чемпион, ты можешь покинуть арену. Обратись к мастеру меча за наградой, получи свои доспехи мужества. Приветствую. Приветствую, друг мой. Что может предложить тебе старый седой мастер меча? Начать что? С кем? Ты теперь чемпион. Единственное, что осталось, бой за звание великого чемпиона. Ступай. Клянусь любовью Шинджи, у тебя получилось. Победа над Серым Принцем. Это невероятно. Ты лучший боец, которого когда-либо видела эта арена. У тебя доспехи мужества Агранака. Хорошо. Дай их мне. Я выдам тебе твои личные доспехи. О, Шинджи, я вся дрожу. Это невероятно. Хорошо. Ты хочешь получить тяжелые доспехи мужества или легкие доспехи мужества? Выбирай. Хорошо. Для меня большая честь вручить тебе это золото и эти драгоценные доспехи мужества, а также назвать тебя новым великим чемпионом арены. Тебе это удалось? Серый принц был великим орком, пусть душа его покоится с миром и все такое. Но он повержен. Ха-ха-ха! Теперь ступай. Отдохни немного. Когда почувствуешь, что силы к тебе вернулись, загляни ко мне, и мы обсудим твое будущее. Ох, великий чемпион, я видел твой бой с Серым Принцем. Можно я пойду с тобой? Я не буду мешать. Ах, неужели? Хорошо, ты найдешь меня на арене, если тебе понадобится кто-то, кто будет целовать землю, по которой ты ходишь. Пока. Что такое, гражданин?
Клянусь Азурой, клянусь Азурой, это же великий чемпион. Не могу поверить, что это ты стоишь здесь, рядом со мной. Не дашь ли монетку? Еще одна монета. Спасибо. Да пребудет с тобой благословение Джулианаса. Добрый день. Венисия Мелисея, палата имперской торговли. У тебя есть жалобы? Конечно же, у тебя есть жалобы. У кого их нет? Конечно. Зачем? Я хочу сказать «конечно». Правда, сейчас у меня есть только лачуга в портовом районе. Согласна. Но наверняка найдется дурак, который купит домишко. Зачем? Действительно? Значит, тебя можно считать домовладельцем? Вот ключ от твоего дома. Ты найдешь его в портовом районе. Впрочем, там не на что смотреть. Возможно, ты захочешь обставить его мебелью. Я бы предложила поговорить с Сергиусом Верусом из магазина «Три брата». Это здесь, в торговом районе. Береги себя. Каждому нужен экземпляр вороного курьера. Вот, держи экземпляр вороного курьера. Личность серого лиса установлена. Приветствую! Я в твоем распоряжении, сэр-рыцарь. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует.
Ты пытаешься разорить... Я не могу согласиться. Ты должно быть... Это выгодно. Заходи еще. Прощай. Привет. Добрый вечер. Серый лис защищает тебя. Забирает себе все контракты, что раньше шли гильдии бойцов. Они так надорвутся. Конечно, нет.